Tia. Dustin Hoffman. Я очень знаменитый актер. Я снялся в очень много фильмах, таких как... Дождь злой человек, кунг-фу панда. Факеры. Факеры, мышонок Десперо и много другое. Но только что звонили менеджеры, говорили, что будут снимать продолжение фильма Крюк 2. Хук 2. Вот забыли сказать, в какой стране они будут снимать. Или... Куда мне податься? Или... Иордания. Может быть... Ливан. Это, может, это... Сингапур. Или... Пакистан. В какой стране будут снимать Крюк 2? Наверняка знаменитый учитель Балди, ты и твои ученики знают эту страну и попробуют мне помочь. Конечно, ученики помогут. Я тут вовремя. Я покажу учеников, кого я сегодня собрал. Это мышонок Февел. Февел, так. Маша. Маша. Что за Маша? Из сказочного патруля. А. Супермом. Я уже спешу на помощь. Я уже бегу. Чаудер. А, котлетки будут? Да, после учения будет вам вкусненько. Дядя-деда. Uncle Grandpa Obi. Microsoft Sam. Да, я только за. Я только за. Chicken Little Bacock. Поможем? Поможем, папа. Джейк. Наверняка пират Джейк тоже сможет помочь. И снеговик Олаф. Ю-ху! Давай только быстрее, пока я не растаял, как лето, жара. Знаю, что это июль. Скоро заканчивается июль, начинает август. Разбуху будет получать снеговик Олаф. О, давай быстренько. И краткое. Чай. 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 Чай горячий. Нет. Нет. Чай? Ого, чай. Нормально. Иордания, первый бал. Лимпопо. Лимпопо. Что это такое? Не знаем. Лимпопо. Слон. Слон. Сингапурский слон. Я там только знаю трассу Формулы-1. Паучок. Паучок. Пауки какие-то. Ну ладно, с чаем ты угадал. Садись, три. Так, азбуку сейчас выучит Джейк. О, пиратская азбука. Да. Давай. И краткое. Йод. Йод. Ой, ой, не надо йода. Эль. Леопольд. Ребят, давайте жить дружно. С. Страшила. Кто страшила из нас тут? Никто. П. Паровозик. Паровозик. О, паровозик в Пакистан. Пакистан, первый бал. Значит, ты тоже отгадал. Одну страну, тебе тоже 3 балла. Спасибо. Ага. Итак, ребята, вам каша ждет. Да? Ура, я хочу кашу. Но сначала вам придется азбуку выучить, потом каша. Ай, ну ладно, ладно, давай. Самовар. О, чаёк попить. О, хорошо. Так, С первый бал. Луна. Луна. Где? Не вижу луны. И йогурт.
йогурт. Ням-ням, йогурт. А, йогурт, ням-ням, папа, там йогурт был. Пау. А, чай, йогурт, каша. Все, мы пошли кушать, да, Маша? Да, присоединись к нам. Супер. Это будет вкусно. Что-то я зевать начала. Я хочу спать. Баюшки баю, ладно, пойдете вы спать. Но сначала азбука. О, ну ладно, давай. Портфель. В школу идти с портфелем. Йод. Лупа. Какая лупа еще? Самокат. Самокат. На самокате поездить. А, ладно, иди-ка ты спать, а то я вижу, толка от тебя никакого. Спасибо, мистер Бауди, я иду спать. Отдохни, может, завтра утром что-нибудь лучше будет. Ладно. Энкл Грэнпа Оби. Пройдемся, посмотрим, что у нас тут рядом с школой. Рядом со школой, что у нас тут? Рек. Реки. Водопады. Водопады. Моря. Моря. Ого! На что намекаете, Энкл Грэнпа? Страны, где море и океаны. Ага, где же такие у нас страны тут? Сингапур я знаю только. Ладно, Сингапур второй балл. Ой, спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ура, ура! Мои любимые песенки. Да, Чаудер. Надо песни слушать. Сосчитай. Сколько у тебя букв? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Песня номер 7. На паровозике в Пакистан. Второй балл Пакистану. Пока. О, так. Бегу, я бегу. Песни слушать будет Супермом. Да, да, я бегу, бегу. Быстрее включай. Сколько у тебя букв? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Песня номер 8. Сад зеленый, рано утром, трава. Так, ну и что же значит эта песенка? Ищи страны, где зеленый цвет. Почему? Потому что песня, текст была «Трава зеленая». Ладно. Пакистан. Пакистан, третий балл. Иордания. Второй балл. Ливан. Первый балл. Шу! Вау, Супермам, ты как пронеслась, сразу три страны угадала. Молодец! Ну я же Супермам! Так. Песни сейчас будет исполнять. Слушать. Слушать. Песни будет Маша. О, ура, Маша! Сколько у тебя букв? У меня 4. Песня номер 4. По синему морю, к зеленой земле. В зеленой земле. На белом корабле. На белом корабле. Значит, это что? Еще страны, где плывут корабли. Да? Это было Сингапур.
Четвертый балл. Даже Брунгель знает, что он едет туда. Да. Так, великий Балди, какое мое задание? Тебя надо спросить у капитана Брунгеля и все. Ну, давай. И тогда я смогу пойти спать? Ну, да. Окей. Для время перемены. Господин Брунгель, куда же ваша яхта плывет? В Сингапур, Маша сказала. Пятый балл. Ну вот, Балди, учитель, я могу идти спать? Конечно, перемена началась. Так, следующий. Олаф. Да, я тут. Лучше опять азбуку. Ну, давай быстренько пройдемся. Луиджи. Луиджи, Луиджи, это Италия. Италия, Маранелло. Искра. Искра. Искра? Нет. А «и» есть тут? Нет, только... Что это за азбука такая? Только «и» говорит букву. Меня даже нету. За то, что нету Иордания, третий балл. Приз. Приз в Пакистане, четвертый балл. Салли. Так, посмотрим, а внутри тоже так само? «Е». О, нету тоже «и». И только «и». Да. Нам мы нашли ошибку. Фрозен, молодец ты. Четверка у тебя стабильная. За что исправил ошибку, да. Олаф. Так, а мне какое задание? Тебе надо только... Я смогу послушать музыку? Конечно. Сколько у тебя букв? У меня 4 буквы, как у Маши. Песня номер 4. Да. Так, ну и что значит эта песенка? Еще есть страны, где коричневый цвет. Да. Какой мой меч. Да, есть такие страны. К сожалению, нет. У нас нету стран. Джейк, вы получаете 2. Вам задача пройтись вокруг света. О, это нам нравится, давай. Африка. Африканские, там слоны. Нету Африки тут. Нету у нас Африки тут. А как дальше? Молния, варяй, океаны. Сингапур только, 5 балл. Фи. А... Ребята, мне не понравилось, как вы это делаете. Вы халтурили. Так что азбуку вы изучать. Цыпленок Цыпа. Чтоб я вам 2 не поставил. Сундук. Сундук с сокровищами? Леопольд. Ребята, давайте жить дружно. Кай. Кто такой Кай? Из «Нежной королевы». Ого. Принцесса. Принцесса. Зачем мне принцесса? Я уже старенький. Так, ребята, у вас круглая 2.
Ой. Идите, постыдитесь. Ладно, ладно, идем. Я хорошо выспался. Да, я готов. Тебе задача, Microsoft Sam. Надо только выбрать транспорт для Дастина Хоффмана. О, это легко. Это скоростной поезд. Скоростной поезд едет. И куда я с ним попаду? Едет в Сингапур. Шестой балл Сингапур. О, как хорошо. О, как хорошо. Итак. О, я хочу кушать каравайчика. Сначала азбука, дядя деда. Ну ладно, давай. И краткая. Йод. 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 Зачем нам йод? Не надо йода. Не надо йода. Лодка. Лодка. Лодка плывет в Ливан. Ладно, Ливан, второй балл. Светофор. О, все, можно ехать в Сингапур, седьмой балл. Пешеход. Пешком? Ну нет, это далеко. О, могу я сейчас с каравай кушать? Конечно, дядя-деда, иди. Я тоже хочу каравай. Сначала азбука чаудер. Ну ладно. Парашют. На парашюте в Пакистан. Шестой балл. Самолет. На самолете Сингапур. Восьмой балл. Луна. Луна. Ливанская луна. Третий балл. Йогурт. О, все, я беру свой йогурт и могу я каравай кушать? Конечно, вместе с йогуртом. Дядя, деда, я иду к тебе. У-ху. Да, великий Балди, разочаровался я в твоих учениках. Им бы только спать да жрать. Спать да жрать. Весь день спать да жрать. И никто не может помочь величайшему старичку-актеру Дастину Хоффману. Тебя надо спросить у эксперта, и все. Ну, ладно, спросим. О, ребята, подыщи скалы. Привет. Ага. Может, вы знаете, где снимается мой фильм «Хук 2»? Да, мы знаем. Мы падаем как раз в Йорданию. Эта страна. God Country King. Итак, Дастин Хоффман отправляется на съемки фильма «Круг 2. Йордания» в королевство Йордании.